Шакира отреагировала на фото Жерара Пике с новой возлюбленной. Шакира дала поклонникам понять, что ее больше не волнует личная жизнь ее экс-бойфренда, футболиста Жерара Пике. Напомним, что недавно Пике опубликовал в соцсетях первое фото со своей новой девушкой, Кларой Чиа, которая и стала причиной его расставания с Шакирой. Общественность ждала, как на это отреагирует певица. И вот она выложила в инстаграме видео с танцем под свой новый хит, сопроводив его подписью «Женщины больше не плачут, женщины танцуют меренги». Песня Шакиры, посвященная Пике, вызвала большой резонанс в сети. В ней певица заявила, что стоит 22 леток, и сравнила Клару Чиа с бюджетными брендами Рено Твинго и Касио, а себя с люксовыми Феррари и Ролекс. После того, как трек завирусился между бывшими возлюбленными, началась настоящая интернет-война. Так Пике потроллил Шакиру, пересев на Рено Твинго и подписав контракт с Касио, а певица установила куклу-ведьму на балконе напротив дома бывшей свекрови и начала строить стену, чтобы отгородиться от ее особняка. Слухом, Шакиру оскорбило то, что Монсеррат Барнабеу с готовностью приняла новую пассию сына. Однако недавно в сети всплыло новое видео, доказывающее, что отношения Барнабеу и Шакиры и раньше оставляли желать лучшего. В нем видно, как мать бывшего защитника Барселоны что-то эмоционально высказывает Шакире, после чего хватает певицу за лицо и просит ее замолчать, приставив палец к губам. Пике же в это время просто наблюдает за происходящим. Жерар Пике и Шакира расстались летом 2022 года, после 12 лет отношений из-за измены футболиста.